Водители маршруток устроили из Иваново свалку и общественную уборную. Когда, наконец, власти города наведут порядок на конечных остановках общественного транспорта? Данные вопросы были рассмотрены в конце августа на совместном совещании в администрации с представителями структурных подразделений, депутатского корпуса, профессионального сообщества, перевозчиков. Были вопросы озвучены, были варианты решений этих вопросов, даже, возможно, какие-то временные меры, для пока этот вопрос не будет решаться системно, так скажем. Первый из вопросов был, естественно, это состояние разворотных колец на предмет уборки их. То есть, значит, поскольку для данных мероприятий необходимо дополнительное финансирование, необходимые расчеты и корректировки, были произведены, перевозчики, в свою очередь, так скажем, в добровольном порядке высказали предложение, что, значит, до решения вопроса готовы участвовать и поддерживать, то есть порядок, проводить так называемые субботники регулярно на разворотных кольцах общественного транспорта. Кроме того, значит, рассматривался вопрос о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм представителями транспортных предприятий, именно их работниками, поскольку в соответствии с федеральным законодательством допуск к управлению транспортным средством транспортное предприятие только на основании договора может допустить водителя к управлению. И поскольку здесь необходимо соблюдать, все-таки создать, как работодатели они должны создать санитарно-эпидемиологические условия для работников, они также выразили пожелание либо все-таки взять в аренду созданную инфраструктуру в виде диспетчерских пунктов, либо все-таки как бы промежуточный вариант при наличии инфраструктуры на разворотных кольцах заключить договора для, так скажем, аренды этих помещений санитарных для своих работников.